Гретянка и тебя съест. Ну, я нафантазировал себе всякое. Понятно. А если бы она тебе говорила, придет волчок, серенький бачок? Мы б что, в зоопарке тебе невесту присматривали? Да пошел ты! Я тебе как другу, можно сказать, душу изливаю. Да ладно, что ты? О, вон. Смотри, вон идет. Да, да, ее хочу. Она что, правда у нас в гараже будет? Ага, сегодня твой лучший день. Ну чего? Кто первый? Давай ты. Превращатель мой, идея моя, так что давай. Не, погоди. А? Погоди, может, все-таки лучше ты? Я не знаю, как все это... Что тут не знать? Вон, берешь, совмещаешь и нажимаешь. Опа! Ну, как? Флипануться. Смотри, я тебя тоже в одну девушку превращу и потанцуешь мне вот так, окей? Да. Суслик, ты нормальный? А, чё? Ты чё на меня свой калибр наставил? Ну ты быстрый, суслик. Ну, ты же не ты. Ты, это же она. Ладно, хорошо, тогда вместе потанцуем. Хорошо, хорошо, только это... Давай не лапать. О! Легче. Ну ты жжешь, суслик. У тебя талант. У тебя тоже ничего получается. Давай еще. Слушай, Димон. Я не могу больше. Можно я за них схожу? Говорил, не лапать, а теперь сам. Ну, пожалуйста. Я тебе тоже потом дам. Не хочу я тебя трогать. Я знаю, что это ты. Димон, прости. Слушай, ты офигел, дебил. Мы дружить не сможем.